Разве может быть что-то приятнее, чем тот момент, когда мы совершаем маленькие, но очень добрые дела? Новогодние праздничные дни как раз самое подходящее для этого время. Время, когда нам под силу волшебство. Так, в преддверии Нового года депутаты Народного совета ДНР от фракции «Свободы Донбасс» Юрий Леонов и Владислав Бердичевский при содействии лесного и охотничьего хозяйства республики смогли украсить главный праздник нескольких семей лесными красавицами. За весь период существования всего лесного хозяйства и ранее, и сейчас, в этом году, впервые по заданию главы, нашими предприятиями, а их на территории Донецкой Народной Республики 5 государственных лесохозяйственных предприятий, были безвозмездно отпущены на детские сады, школы порядка 1500 штук новогодних елок. Что ж, Новый год – время сказочных героев и волшебства. Поэтому мы решили превратиться в главных героев этого праздника и пустились в путь. Мы привезли ароматную хвою в семьи, где дети вели себя хорошо целый год и, конечно же, заслужили, чтобы в их доме красовались настоящие сосны. Давай сюда. Нам с тобой вдвоем идем. Да. Дед Мороз и Снегурочка. Да, Дед Мороз. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам с елкой. Девочка, как? Соня. Смотрите, сейчас мы, получается, еще игрушки принесем. Ее немножко принарядим вам. Но вам нужно сейчас найти ведро, куда ее поставить. Пошли, так. Там она спустится. Мира, дружбы, шуток, ласки, чтобы жизнь была как в сказке. Желаем, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо. Детки, слушайтесь родителей. Спасибо вам большое. Спасибо. Это все такое даже тяжелое время. Дедушка пытайтесь Мороз, сделать праздник. Да. Дружно живете? Также 30 декабря уже минувшего года делегация Деда Мороза, Снегурочки и других участников волшебного процесса привезли елочку и в один из дворов – детворе на радость. Каждый малыш с огромным удовольствием повесил на нее свое новогоднее украшение, а затем, чтобы согреться, мы все дружно возили хоровод возле установленной сосны. Да праздник нам пришла! Ура! 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 Оксана Волчонок, Алина Боярская, Елена Чистякова, телеканал «Новороссия», город Донецк.